В выходные в сети интернет появилось видео, названное «Вода прорвала дамбу на лесобазе». Этот ролик вызвал бурное обсуждение у пользователей. Что же там случилось на самом деле? Сейчас на месте события работает мой коллега Николай Смирнов. Он на прямой связи со студией. Николай, что же там произошло? На месте ли дамба? Добрый день, Гульнара. Информация о том, что на лесобазе прорвало дамбу, изрядно преувеличена. Гидротехническое сооружение ничуть не пострадало. Поднявшаяся вода размыла участок строящейся дороги в этом месте. О том, что конкретнее произошло, нам расскажет руководитель управы Ленинского административного округа Роман Вольерт. Роман Викторович, что же здесь произошло? Мы сейчас находимся на втором пусковом комплексе строительства автомобильной дороги «Восточный обход города Тюмени». 29 апреля в 8 часу вечера в результате подъема воды в реке Тура была размыта часть временной насыпи, построенной дорожными рабочими для того, чтобы обезопасить строительную площадку от воздействия воды. И вода, просочившись через дамбу, смыла кусок автомобильной дороги и начала переливаться в озеро Песяное и далее в его болото. Так как подъем воды был стремительный, МЧС по городу Тюмени и администрация города Тюмени предприняли ряд мер для того, чтобы, во-первых, проинформировать людей о возможном подъеме воды, а во-вторых, промониторить, посмотреть ситуацию, как будет вода подниматься, какой ущерб она может принести. На сегодняшний день угрозы для жителей нет. Дамба, гидротехническое сооружение дамба на самом деле на лесобазе есть. Мы ежедневно ее осматриваем. В любом случае и МЧС в суточном режиме здесь свои посты поставила мониторить ситуацию. И сотрудники управы службы заказчика Ленинского округа. Здесь мы каждый день ситуацию смотрим, с жителями общаемся. Волнений пока никаких нет, повода для переживаний нет. Спасибо, Роман Викторович. Ну что, Гульнара, я добавлю, что все средства и службы находятся в постоянном рабочем режиме. Ситуация под контролем, ничего страшного не происходит. Спасибо, Николай. Напомню, наша съемочная работает на месте размытия насыпи на лесобазе.